Привет, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами планшет Acer B40, и в этом видеоролике мы вам покажем, как сбросить пароль данного планшета. Я, конечно, пароль помню, но допустим, что вот я не помню пароль. Как же мне его сбросить? Делается это следующим образом. Нам нужно выключить наш планшет полностью. Выключаем его и нажимаем «Отключить питание». После того, как наш планшет выключился, мы в верхней части нажимаем одновременно на кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, вот здесь вот на эти две кнопки, которые находятся рядом, и зажимаем их на некоторое время. Когда планшет начнет включаться, кнопку питания можем отпустить, кнопку громкости лучше еще подержать немного. После чего наш планшет должен закинуть в recovery мод. Вот, мы в него попали. Здесь нам нужно найти пункт, который называется Factory Reset. Для этого мы, нажимая на кнопку увеличения громкости, все-таки вот эта кнопка, на кнопку увеличения громкости и уменьшения мы можем листать это меню. И с помощью кнопки питания мы можем, соответственно, выбрать данный пункт. Мы нажимаем на него. Дальше выбираем пункт Yes. Delete or user data. Выбираем его. И у нас начинается сброс до заводских настроек. После того, как сброс был произведен, мы нажимаем Reboot System Now. Выбираем этот пункт. И ожидаем несколько минут, пока наш планшет перезагрузится. После этого пароль на нашем планшете был сброшен. Вы можете пройти вот первоначальную настройку и свободно пользоваться своим планшетом. На этом мы будем заканчивать. Спасибо, что смотрели. Если у вас есть еще какие-то вопросы, то можете писать их в комментариях. Ставьте лайки. Пока!